Дорогие друзья, всем привет! Сейчас игра будет называться «Кто первый засмеется со звуком». А, да по очереди, да? По очереди, да. Уже смешно. Что это у тебя звуки? А что ты так смеешься? Я не смеюсь. Я тебе раз сказал. Ты не должен разговаривать, видишь, ты сразу смеешься теперь. Нет, ты сказал одно слово, потом теперь я. А, вот так вот, да? Давай. Можно не звук, можно слово одно. Ужас, да? Это была дикая кошка. Ладно. А что ты на меня смотришь? Я не хочу на тебя смотреть! Ты засмеялась? Нет, давай. Ты же засмеялась же? Давай, давай, я смотрю, могу смеяться. Я могу где-то это вообще без проблем. Ладно, давай ты. Сегодня я тебе разорву в нашей тайной комнате. Одно слово же надо. Девочка из города Караганда, Шумыясынмен Караганда. Дорогие друзья, всем привет! Сейчас игра будет называться «Кто первый засмеется?».